года обладателя этого уникального приза становится Анастасия Гладилина, Россия! Я обрадовалась, потому что посмотрела летопись славянского базара детского и увидела, что Россия побеждала в детском славянском базаре только в 2004 году. И тут через 12 лет, это довольно-таки долгое время, говорят, что Россия опять победила. Я прям не ожидала. Я завела много новых друзей, с которыми буду очень тяжело прощаться. Но надеюсь, что я вернусь сюда на взрослый славянский базар, подготовлюсь и представлю Россию только уже во взрослом возрасте. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.